Этот ноябрь в Новосибирске богат на творческие события, как никогда. Выставки в художественном музее, гастроли театра Вахтангова и фестиваль искусств филармонии наполнили творческое пространство города. С 8 по 29 ноября в рамках Белого фестиваля в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца и Камерном зале филармонии состоится целый ряд незабываемых программ. Фестиваль вырос в национальный проект «Культура» и стал одним из самых любимых у новосибирской публики. Перекочевал из маленького трехконцертного летнего фестиваля в большой такой проект, который почему-то обосновался в ноябре. Мы очень благодарны нашему Министерству культуры, естественно, правительству Новосибирской области, Министерству культуры Российской Федерации за поддержку, потому что без этой поддержки привозить таких мастодонтов музыки, наверное, вряд ли возможно, и вряд ли можно было бы осуществить эту идею. В непринужденной обстановке организаторы фестиваля рассказали, что будет интересного в проекте на этот раз. В первую очередь это звезды Юрий Башмет и солисты Москвы, российский квартет саксофонистов и квартет Бородина, который впервые примет участие в совместном арт-проекте. Мы можем еще отметить, наверное, то, что очень много проектов специально делается для Новосибирска и специально делается для нашего города и для этого фестиваля. То есть, например, квартет Бородина – это не премьера квартета Бородина, который всем известен и который бесконечно любим нами. Это легендарный коллектив, но впервые за историю квартета Бородина они дали согласие пойти на эксперимент и совместить свое музыкальное выступление с видеоартом. И все же основная цель фестиваля – это открывать новые имена музыкантов, дирижеров и коллективов, о которых мы узнаем на самом фестивале. Ну а то, что касается дресс-кода, который был заявлен в самом начале организации этого проекта, то тут произошли изменения. Белый цвет стал больше нарицательным. То есть вот Белый фестиваль – это фестиваль искусств, который объединяет в себе классику, джаз, музыкальный театр. Вот в такой форме, филармонической форме я это подчеркиваю. И вот у нас впервые будет фолк такой своеобразный. То есть это праздник, это музыкальный праздник музыки. И захотят ли наши слушатели прийти в белом, ну, это, наверное, останется их выбором. Если захотят, мы будем рады. Это всегда красиво, это всегда очень интересно. И в нашем городе, наверное, не так много мероприятий, где можно выгулять какие-то свои вот такие приятные, симпатичные наряды, особенно дамам. Да, белый цвет – это всегда красиво, особенно когда выпадает первый снег. Поэтому у нас есть прекрасная возможность стать причастными к этой красоте на Белом фестивале.